если там вы уже, наверное, догадались и по названию видео, что будет видео из Fix Price, снова обзор полочек. Вот посмотрите, как у нас разбирают землю. Ничего не осталось, только немножечко осталось рассыпанным. И мишуру я хочу, знаете, какую белую. А не хочу такую серебряную, хочу беленькую, красивую. Цветочки. И разобрали все кружки с ложечками. Больше нет. Но здесь еще что-то пришло. Шары новогодние, птички, коробки. Шары, подарки, украшения, блестки, тарелки новогодние. Еще что я вижу? Светильники. Ну так, в общем, ничего не добавилось новенького. Вот это гирлянда. Расскажу вам обязательно о ней. Я ее купила. 3,5 метра. Мультисвечение. Бусинки тоже разобрали. Все серебряные, круглые. Остались только вот такие продолговатые серебряные. И теперь шерстили все. Нет их серебряных. А вот новинка. Набор подарочных складных коробок. Вот такие. С красным рисунком. В Икее такие любят рисунки. У меня даже сумки такие есть. Красные, черные, с такими звездочками и оленями. И здесь их много. Еще есть какие? У меня только красные. Только все красные. И как они складываются. Нарисовано, как ее складывать. Привезли свечки. 4 штуки. Золотые, с серебряными блестками, сделанные из парафина. Есть в серебряном цвете, есть в насыщенном фиолетовом, в ярко-красном, в зеленом и синие. Сумочки, елочки фетровые, кто-то мне писал, что уже такое купил. Привет вам. Есть с красным орнаментом. Красная елка. И девочки, кто-то еще просил. Мини-бук. Оскар Уайльд. Интервьюское привидение здесь есть. Вот, читайте про что. Дубровский. Супружество как точная наука о Генри. 25 рублей они стоят всего. Даже есть один диск. Смотрите, DVD-диск. Ничего себе. Дороги, которые мы выбираем. BBC. Энтони Троллопа. Йога Натуралс. Гель-мусс для умывания, гуава и бамбук с витамином Е, тонус и энергия кожи. Нежный гель-мусс, очищающий кожу любого типа. Предохраняет ее от сухости, делая ее упругой, мягкой и эластичной. Гуава питает и увлажняет благодаря антибактериальному действию, заживляет поврежденную кожу. Экстракт бамбука тонизирует и наполняет энергией уставшую кожу. Витамин Е – сильнейший антиоксидант. Все, тут способ применения. И мне нравятся, как эти блогеры, которые снимают. Так, состав. Раз, молча взяла, поставила. Есть здесь, конечно же, самое вредное, это содиум лауреат фосфат. Что еще вредное? Ничего не знаю. Все его берут почему-то. У меня много корейской косметики ухаживающей, поэтому я пока воздержусь. Сделан он в Москве. Фрати НВ, Россия. Пахнет прямо свежим-свежим огурцом. Гуавой, наверное. Вот такой, в общем, появился. Он прозрачный. Достаточно такой тягучий, густой. Стоит 50 рублей. Лауреат фосфат. Раз и поставила. Все, не годится такое. Все, что с лауреатом фосфатом. Пользуетесь вы такими? Расскажите. Появился новый бальзам-кондиционер для всех типов волос.
и окрашенных. Кератин и лецитин. 580 миллилитров. Сила природы. Стоит он 77 рублей. Что, давайте посмотрим. Бальзам-кондиционер. Рекомендован для ухода за волосами любого типа, входящий в состав. Гидролизованный кератин образует гладкую пленочку, улучшая расчесываемость и внешний вид волос. Натуральный лецитин способствует восстановлению микроповреждений, делая волосы гладкими и послушными. Давайте состав. Очищенная вода, цитриловый спирт, хлорид, лецитин. Ну, ничего такого плохого я прям не вижу. Вроде бы как ничего. Для наружного применения. Выглядит восхитительно, просто как такой вкусный заварной крем. Пахнет. Ой, приятно пахнет, прямо так вкусно, как яичный крем. Не, пахнет прямо духами, очень вкусно. А, классный, прям приятный, очень мне понравился. Здесь же нарисована вот фотография яйца разбитого. Вот оно. Я думала, что это такое за рисунок. Сейчас только разглядела. Но пахнет вообще волшебно. Выглядит вот именно как яичный крем вкусный. И нарисовали, почему кератин, лецитин. Появилась одежда теплая. Здесь вот такие кофта детская. Вот такой материал, из чего сделано: полиэстер, хлопок и лайкра. Водолазка с горлом, длинный рукав. Внутри, ну просто внутри нормально обработано. Потом есть штанишки с начесом. Они стоят 99 рублей. Вот. Шапочки по 77 рублей. Вот еще милашки, сумочки появились. Такого нежно-нежно-розового цвета. На кнопочке. И здесь внутри так сделано. Из искусственной кожи. Стоят они 99 рублей. Большие органайзеры. По 99 рублей. Такие. Снова появилась расческа с зеркальцем. Такая интересная, в виде сердечка. И с обратной стороны зеркальце. Вот такое. Здесь, наверное, еще что-то можно положить. И защелкивается. Эти аромалампа электрическая с подсветкой появилась новая. Светится при включении. Стоит 99 рублей. Достанем белого цвета с дырочками. И здесь провод. Где-то полметра, наверное, провод. Включается в розетку. Сверху вот такая чашечка. В нее капаете масло. Ну и все. В общем-то. И она вот так светится. Смотрите, появился большой фонарик хороший такой. Я уже давно не покупала. Вот покупала вот такой. Но он плохо светил почему-то. Появился новый вот этот. Никаких он. Три батарейки не входят в комплект. 4 светодиода, два в режим освещения. Кружки, давайте общий обзор. Какие тут есть у нас? Вот эти нежненькие, с цветочками. Аккуратно. Кофейные. Это тяжелая кружка. Дальше вот черная кофе.
прозрачные с фруктами, черные. Еще вот такие матовые появились. Apple. Вот такие. Тарелок покажу. На, вообще такой приятный цвет. Кремово-оранжевый какой-то вкусный. Называется Aurora Salmon. Такая же есть. Сейчас покажу в зеленом салатовом таком исполнении. Немножко другой рисуночек. По-моему, нет, одинаковые. Да, одинаковые. Это как называется? Aurora Green. И большие. По 25 сантиметров. Вот такие я уже вам показывала. Эти называются... Как называются? Enora Red. Enora Red. Еще есть. Ну, в общем, новогодние еще есть. И простые тарелочки еще есть. Тут новиночек пока нету. Что здесь у нас? Бокалы. Бокалы. Там с птичками тарелки. Есть стеклянная глубокая ваза. Это пришли такие. Там Мака Браун. Темно-коричневые. Большая тарелка. Паша Бахче. Огромная салатница. Или салатник. Вытащила новинку. Винцарет. С ярким цветком. Вот еще Паша Бахче. Вот такой формы. Тарелочка. Что здесь у нас? Диаметр 210 миллиметров. А вот, смотрите, новинка. Кавех Глаз Индустри Групп. Две штуки вот такие салатницы. Тоже маленькие. Сейчас открою, покажу. Вот так выглядит. Нарядно, празднично. Смотрите, какой цветочек. Выглядит почти как хрусталь. Красивый подарок на Новый год кому-нибудь. Смотрите, появился новый Твинс Кэнди. Это Твинс? Да нет, это не Твинс. Это все по 35. Со сливочной начинкой. Да, Твинс Кэнди, так называется. 35. Растительное масло, в том числе соевое, сахар, пшеничная мука, сыворотка молочная, сухая, молоко. В общем, неплохой состав, да? Это коферол и концентрат смеси. Стоит 55 рублей. Щипцы кухонные, переворачивать котлетки. 26 сантиметров. Что-то кольцо. Разблокировать положение. Заблокировать вверх положение. Угу. Понятно. В общем, мне кажется, что это хорошая покупка за 50 рублей. Очень много бутылочек новых цветов. Смотрите. Темно-вишневые. Темно-синие и темно-темно-зеленые. Из подставки для ножей 99 рублей. Вот в таком сером. Есть такие прорези 99 рублей в сером цвете. Они пластиковые, просто это обклеены они такими материалами. Вот
разного формата. Дальше разноцветные, как сказать. Ну, в общем, два разных варианта. Один такой серый, второй коричневый. Вот, появились новые подставки. Сушилки, подставка для столовых приборов. Выглядит вот так. Один отдел побольше, другой поменьше. Все металлическое, на металлических ножках. Банки. Такие мы уже видели в том фикс-прайсе. Здесь они только появились. В общем, их очень много. Наверное, это будет слишком сильно блестеть. Вот такой плейсмет. Салфетка сервировочная. Вот такого золотого цвета. И они все одинаковые. Подносы. Что еще тут? Стаканчик. Вот такие стаканчики пластиковые. Чай Тесс Космополитен Пати и Карамель Шарм. Также есть Тесс Флирт и Тесс Тайм. Полотенце 99 рублей. 50 на 90. Есть розовые. Есть салатовые, есть голубые, а эти какой размер? 50 на 90 тоже, просто они без золота, это другие. И здесь у нас еще тоже такого формата, эти сколько они размером, у них написано, да? Здесь тоже 50 на 90 хлопок. Вот, маховое полотенце на прихватке, луковки и помидорчик. Подносы, смотрите. О, какие подносы. Огромные. Что тут написано? Поднос круглый, 35 сантиметров. Есть, смотрите, вот такие китчен, 99 рублей, форма для выпечки. Она, конечно, тоненькая, ну, не прям не совсем тонкая, но неплохая. А, дно вытаскивается, вот смотрите как. Дно вынимается. Интересно, удобно печь в таком? Не прольется, если жидкая. Вот прикол, грелки появились к зиме. Кому грелка? 99 рублей, 1,5 литра. Веселая грелка. Еще появились декоративные салфетки. 87 на 38. Смотрите, сделано из вот такой сетки. И по нем вышивка. Разными цветами. Есть голубая. Ну, давайте посмотрим голубую. Голубая — это наволочка. Вот какая блестящая. Со змеечкой. И с обратной стороны она вот такая глянцевая. Блестящая ткань. Не буду портить ее внешний вид. В общем, сделано из сетки, и на нее наклеен вот такой рисунок. Это вот с обратной стороны видно, да, что рисунок полностью пролил всю сеточку. В общем, вот такая красотища. И они бывают бордовые, коричневые и все. Бордовые, коричневые, синие. Такая красота. Появились невероятно мягкие, невероятно пушистые наволочки. Смотрите, какие. 99 рублей. Вот издалека змеечка. Внутри вот так гладенькое все. Размер 40 на 40. Вот. Ну, они просто супер приятные. Мега гладенькие такие. Ой, приятные.
Их хочется прям вот так вот все время перебирать. Классная штука, антистресс прямо. Уже все это, все новинки. Нет, еще одна игрушка для купания заводная. Заводи игрушку, запускай воду, и купание станет намного веселее. Вот смотрите, 55 рублей. Сзади здесь у нее такая штука, заводилка. Смотрите, что она творит, это животное. Смешное. А что? Пик-пик. И еще медвежонок, он тоже так делает. Кто еще есть? Слоник. Есть слоник, розовый слоник. И все. Все, да, слоники. Утята. Ой, лягушка зеленая. Все, кажется, все. Они уже были вчера, я уже купила такую. И сейчас вам покажу. Ручка прикол. Здесь тоже заводится. И вот так крутится. Какая она классная. Просто вообще восхитительная. Смотрите. Как интересно. Причем крутится она довольно долго. Вот такая длинная. Колпачок очень хорошо защелкивается. И разные варианты. Какие хотите, блестящие, просто блестящие, с различными рисунками. Здесь вот какие-то узорчики, черепашки, птички, вот такие с птичками. Еще вариант с чешуйками, как рыбьи чешуйки. Здесь Best Wishes, звездочки, цветочки, и вот такие еще есть.